Время хайпа, время купилось, эликсира закончился Принглс. Как типичные блогеры портились, знаменитые песни в итоге слились. Мы харизму не потеряли, как Брюс Уиллис, неудержимый, как Чак Нойс. Не сливали треки в сторис, работали на сроки, получали копейки, были довольными 12 лет. Лишь чувство то, чего люди не смогли, долгие годы набирая.